В минувшие выходные прошли съемки второго этапа проекта «Легенды кладоискателей». Уже совсем скоро станет известно, кто же станет обладателем заветных золотых самородков. А пока участники в очных противостояниях выяснили, кто же из них достоин места в финале. Экспертами проекта был проделан огромный объем различных исследований, в ходе которых были найдены места, где предположительно могут находиться сокровища. Одним из таких сокровищ является сундук небезызвестного Никифора Саткина, который в середине 19 века утаил 3 золотых самородка. Именно за эти 3 самородка и борются участники совместного проекта телеканала «Перец» и «Радиодача» – «Легенды кладоискателей». В минувшие выходные участников ждало испытание в игре «Лазертек». 6 команд путем слепой жеребьевки разделились на 3 пары и выясняли отношения с ружьями в руках. В финал прошли лишь 3 команды. Напряженная борьба для каждой из команд длилась 6 минут. Вот как комментируют второй этап сами игроки. Помогла победить умная тактика, продуманная заранее стратегия. Помогла победить тактика бездельников. И командная сила, да, потому что мы ни разу еще не пробовали играть в лазертек. Максимум играли один раз в пинбол. Разве что мы сначала до этого звонили в чужие двери и убегали, и все. Да, именно так. Больше ничего. Новички и командный дух, победа. И красный цвет, цвет победителя, действительно. Участников, которые не прошли в финал, ждали подарки от спонсоров, а также приглашение к участию в новой игре, которая стартует уже скоро. Ну а пока все, кто в прямом смысле слова пробились в финал, уже готовятся к тому, чтобы встретить легенду о похищенном золоте лицом к лицу. В следующие выходные пройдут завершающие съемки первой игры из цикла «Легенды кладоискателей». Для того, чтобы зарегистрироваться в игре, вам необходимо отослать смс-ку на короткий номер 5577 с текстом «Легенды кладоискателей». Внимание! В начале текста вам необходимо написать слово «Бриз». Телеканал «Перец» и радиодача «МИАС» желают всем участникам удачной охоты. Андрей Данилов, Айдар Насыров, программа «24 МИАС».